Блокчейн-центр для производства дешевой электроэнергии будет запущен в Австралии на базе закрытой в долине Хантер угольной электростанции Red Bank. Международная сервисная организация в нефтегазовой отрасли подписала соглашение о строительстве с Hunter Energy с целью обеспечить стабильную работу приложений на блокчейне с сокращением издержек на оплату электричества на 20%. 10% чистого дохода от работы блокчейн-центра будут перечислять компании Hunter Energy. Также в рамках сотрудничества планируется запуск проекта для получения электроэнергии от солнца.